Пакты о списывании, которые тебя шокируют. Во Франции нарушители лишают права сдавать какие-либо экзамены, а значит получать образование на целых 5 лет. В Швеции также ужесточили правила сдачи экзаменов. Там, конечно, голов не рубят и в тюрьму не сажают, но результаты аннулируют и запрещают участвовать в национальном экзамене следующие 2 года, чтобы ученик осознал, что списывать нельзя. Совпадение, которое тебя удивило. Птица села и идеально совпала с солнечным светом. Камни разложены настолько идеально, что кажется, что солнце лежит на них. Раскраска бутылки идеально совпала с цветом футболки девушки. Кусок мяса лег ровно по контуру хлеба. Такое идеально и бывает очень редко. А ты знал, что человеческий мозг не может придумывать лица? Поэтому всех тех, кого мы видели во сне, мы видели в реальности. Но тогда как объяснить всех этих монстров, которые снятся нам во сне? Рекламные трюки, которые тебя шокируют. В отличие от сбитых сливок, крем для бритья не тает, поэтому его используют для десертов, в рекламе и фильмах. Хлопья быстро впитываются в молоко и опускаются на дно, поэтому молоко заменяют клеем. Так хлопья остаются на поверхности и не размокают. Самые опасные детские игрушки. А такие игрушечные мини-арбалеты, стреляющие зубочистками, даже можно сделать самостоятельно. Зарядив в арбалет обычную зубочистку, можно сделать выстрел, сила которого даже может пробить картонную коробку. По неосторожности дети попадали в глаза, в другие части тела. Из-за большой популярности игрушку даже хотели снять с продажи. Это эпичные провалы дизайнеров. Если вы человек, которому постоянно не хватает карманов, то есть такая кофта, которая полностью из них состоит. И, конечно, под эту кофту подойдет такая прекрасная обувь, на которой нарисованы ноги. Это самый гениальный дизайн, и ставь лайк, если тоже сразу подумал, что эта обувь просто прозрачна. Что будет, если не спать 24 часа? Ты будешь очень уставшим. У тебя постоянно будет переменчивое настроение. У тебя нарушится координация и память. Будет сонливость и раздражительность. И будет вырабатываться много гормонов стресса.